И вот, значит, тебе говорят, вот песни Эрис, Эрис. Вот еще тебе говорят, тогда еще на наш, это было в начале 2000-х, появились шоколадки Кэтбери, не помню, не знаете, Пикник, Виспа. И мне как бы на излете, я уже вообще очень уставший такой, говорю, Володь, я пойду домой. Он говорит, Миш, нужен ролик вчера. Я говорю, давай, останься, я тебе двойная зарплата, знаете, сколько стоит? $15 мне платили за ролик. Я не знаю, может, сейчас это, кстати, может для кого-то показаться хорошо. То есть, он говорит, $30 я должен был получить за ролик, вот, а у меня там уже родилась Полюня, то есть это уже третий ребенок, то есть мне отхода нет. Вот. Я, значит, сижу и говорю, Кэтбери, вчера, песня нужна, он говорит, ну песня, стишок вообще, ну Миш, ну что ты же знаешь вообще. Ну, я ему сочиняю. Причем очень быстро. У меня как-то не задержалось это. Я ему говорю, что такое фрутеннат? Я узнать бы очень рад, для чего так называться. Мне никак не догадаться, что мне делать с этой штукой. Я ее помял, постукал под красивую обертку. Я поковырял отверткой. В темный шкаф с ней залезал и на нитку привязал. Как кассету вставил слушать. Это надо просто кушать. Разверни и в рот бери шоколадку Кэтбери. И тут же я услышал голос нашего редактора. Нет! Этот ролик не пойдет! Я говорю, как нет? И вот хорошее же стихотворение, вообще ничего не подозревающее. И не это самое. Он говорит, нет, через мой труп. Я говорю, я не буду тебя убивать. Но тем не менее, действительно не вышло. Этот ролик. Но я рассердился на Феликса Невелева. Я рассердился, написал второй куплет. И вообще написал песню, и стал ее петь на квартирнике. Что такое фрутеннат? Я узнаю, был очень рад. Для чего так называться? Мне никак не догадался. Что мне делать с этой штукой? Я ее помял, постукал под красивую обертку. Я поковырял отвертку. Темный шкаф с ней связал и на нитку привязал, как кассету вставил слушать, ведь это ж надо просто кушать. Разверни в рот бери шоколадку Кэтбери. Разверни в рот бери шоколадку Кэтбери. Ну а если взять пикник, в это я еще не вник. Что куда, зачем, откуда? Ты сказала, отверблюда. Знай, вокруг тебя враги, ты свой батончик береги. А зачем? Я опять спросил, чтоб никто не откусил. Мысли разные витают, но одна вполне простая. Стал в голову мне лезть, ведь это ж надо просто есть. Разверни, брат, бери. Не выпустили ролик. Но вот в рассказе хорошо идет. Там еще, ну там про виску еще там. Да.